12 мая ежегодно отмечается Международный день медицинской сестры. Люди этой профессии не меньше, чем врачи, борются за жизнь и здоровье человека. Ставят капельницы, делают уколы, собирают анализы, проводят все необходимые процедуры. Традиционный конкурс медицинских сестер, который в Ленинском районе проводится уже много лет, и был посвящен этому замечательному празднику. На мероприятии участницы демонстрировали не только свой профессионализм, но и выдумку, юмор и артистизм, рассказывает наш корреспондент Людмила Медведева. В этом году 5 милых девушек из разных отделений Видновской районной клинической больницы и ее филиалов из поселения Ленинского района приняли участие в традиционном конкурсе «Лучше по профессии среди медицинских сестер». Конкурс проходил в 4 этапа. В первом девушки при поддержке своей команды представляли свою визитную карточку. Ирина Кочелаевская – медицинская сестра детского отделения амбулатории совхоза имени Ленина из семьи медиков. У меня мама была фельдшером, я всю жизнь сначала была среди лекарств, среди всего вот этого крутилась. Но мне это интересно, и поэтому как бы вот люблю я это дело просто-напросто. Ирина любит, как выяснилось, не только медицину. Она еще умеет и перевоплощаться. В домашнем задании конкурса она прекрасно, можно сказать, точь-в-точь изобразила ведущую известной программы центрального телевидения «Жить здорово». А вместе со своей командой, медиками амбулатории совхоза имени Ленина, очень красочно, с большим чувством юмора, показала трудности, с которыми приходится сталкиваться медперсоналу при проведении диспансеризации. За всех участниц конкурса болели их коллеги. За Марию Гусеву, медсестру-анестезиста отделения реанимации Видновской клинической больницы, очень переживала ее наставница. Желаем победы. Работает у нас уже 6 лет. Пришла неопытной сестрой. Освоила специфику работы сразу. Мы спасаем больных. Те, которые у нас поступают в критическом состоянии. И мы их должны поставить на ноги. Ну, другие отделения уже более там, они помогают. Мы на первом этапе им спасаем жизнь. Переоценить роль медицинской сестры невозможно. Именно медсестры являются исполнителями всех назначений врача. По данным статистики, около 80% заботы по уходу за больными ложится на их плечи. Можно сделать прекрасно операцию быстро, можно вылечить, назначить лечение, но уход самое главное. Ничего не стоит мозги врача без рук медсестры. Во втором этапе конкурса оценивались профессиональные качества участниц. Каждая должна была по доставшемуся вопросу оказать первую медицинскую помощь от поражения током до артериального кровотечения. Я уже из года в год, когда принимаю участие, когда просто наблюдаю за конкурсом, я считаю, что их профессионализм на довольно высоком уровне. Это действительно медицинские сестры, которые в любую минуту готовы и могут помочь врачу в его трудной работе. Самая юная участница конкурса – Наталья Шишкина. С детства мечтала стать врачом. Пока она медсестра отделения реанимации интенсивной терапии Видновского перинатального центра. Стаж ее работы совсем небольшой. В представлении она очень доходчиво рассказала о своей деятельности. Да и концертный номер она посвятила своему родному отделению, в котором уже тесновато для новорожденных. Шишкину Наталью я знаю несколько лет, просто мы работаем вместе в одном отделении. Вот, в принципе, как бы ответственная, хорошая медсестра, всегда безотказная. Работа тяжелая в реанимации новорожденных, она видит по презентации. Вот, одна из таких тяжелых.
Поэтому могу сказать только хорошее. Старается, есть к чему стремиться, молодая, будет расти дальше по карьерной лестнице. По итогам конкурса Наталья Шишкина набрала 12 баллов и заняла второе место. Я очень рада, что я победила. Работаю я в Видновском пренатальном центре совсем недавно, 3 года. То есть в реанимации с новорожденными детьми очень тяжело, но мне очень нравится. 14,5 баллов набрала Ирина Кочелаевская, медицинская сестра амбулатории совхоза имени Ленина, и заняла первое место. Каждой участнице конкурса был вручен сертификат на 5000 рублей. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.